Получить ответ юристов на любой интересующий вопрос теперь можно абсолютно бесплатно. В Химках открыли центр юридической помощи населению. Обратиться сюда может любой желающий. Благодаря Палате адвокатов Московской области, а также благодаря депутатскому корпусу при поддержке администрации города у нас получилось открыть совместный центр, где наши жители могут прийти, получить качественную, грамотную помощь. Впрочем, прийти в центр можно не только за консультацией. Здесь также помогут составить необходимые документы. Это очень важно в нынешний период, особенно это касается участников специальной военной операции, их семей, потому что очень часто они сталкиваются с различными правовыми вопросами и не всегда понимают, как действовать в той или иной ситуации. Появление Центра бесплатной юридической помощи для округа – важное событие. Оно поможет горожанам решать вопросы в правовом поле, не тратя на это лишнее время и деньги. Проблема юридической поддержки, она насущна всегда была и есть. И теперь мы можем оказывать профессиональную помощь совместно с торгово-промышленной палатой, администрацией городского округа Химки, ассоциацией юристов и адвокатской палатой Московской области. На сегодняшний день в округе работают более 130 адвокатов. Многих из них планируют привлекать к работе в Центре бесплатной поддержки населения. Также в решении юридических вопросов горожанам будут помогать члены ассоциации юристов. Кроме того, юристы пенсионеры, которые мы будем тоже которых привлекать к этой помощи. Поэтому задача, чтобы помощь была и своевременной, и целенаправленной, и качественной. Центр бесплатной юридической помощи населению в Химках открыт на улице Мельникова, 12. Пока специалисты будут принимать горожан один раз в неделю, по пятницам. Подробную информацию о графике работы центра можно найти на сайте администрации и торгово-промышленной палаты городского округа. Нина Липанова, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.